Что, Лена выехала уже сегодня. Завезла яйца. Пищеви. Курыни. И поехала до Якулича, взяла комбикорм для перепелят. Для перепелят вот такие зеленый лист. Листочек просто оторвался. Заехала котятам своим. Взяла тоже корм Роял Канин. И пакетик на 500 гривен. Корма еще остались цены прежние. Стартовый комбикорм для перепелов, но я их для бройлеров, но я их беру как для перепелов. Так и остался еще в цене 575. Это завоз еще с осени. С 18 сентября. С 18 сентября завоз. Так, ну что, поеду я сейчас уже, это считайте, путь домой. В городе, бачите, разгасло, а у нас стекло. У нас стекло. Ольга мне казала яблок еще купить, а так у нас все есть. Ну, я уже на Богополе гляну там на ТБ. И если нема, на базарчику поделюсь по яблочкам. Хотелось бы або Гольдена, або Семеренко взять. Бачу красный, красных я не хочу яблок. Я и так много ем сейчас красной пищи, кабак, каротина предостаточно. Попутного мне ветра, как говорится, и удачно добраться домой, потому что у нас там стекло, а тут тепло в городе. Сегодня 15 января 2023 год. 1 мая, Николаевская область.